В регионе увеличилась рождаемость. Такие данные обнародовало Министерство труда и социальной защиты. Кроме Ярославской области, показатели улучшились в Мордовии, Санкт-Петербурге, Севастополе. В каждом из перечисленных субъектов за три месяца рождаемость увеличилась на 7%. По сравнению с прошлым годом, число новорожденных выросло и в целом по России. А вот в Ярославле из перинатального центра выписали третью тройню в 2016-м. В семье жителей Заволжского района Анны и Сергея Красных родились две дочки, Мария и Василиса, и еще сын Игнатий.